На улице Котельниково предположительно нетрезвый водитель седана не справился с управлением и врезался в проезжавший мимо внедорожник. Авария попала в объектив видеорегистратора. Lexus GX470 поднимался по Котельниково от улицы Карла Жигура к улице Аллилуева. Из-за довольно плотного движения скорость внедорожника не превышала 40 км в час. На очередном повороте в джип въехала Toyota Camry. Автомобиль с выключенным двигателем просто скатился по дороге вниз и ударил выезжавший навстречу Lexus. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор, установленный в салоне джипа. Приказ получили не только мы, изготавливается несколько знаков. По количеству дивизий. Схватка будет жаркой. Просто так ничего не отдадут. Поняв, что произошло, рулевой седана попытался перелезть с водительского сиденья на пассажирское. Позже он заявил, что за рулем никогда не сидел, а машиной управлял его друг. Однако на записи регистратора отчетливо видно, кто управлял Камри в момент ДТП. Поэтому отпираться мужчине сейчас бессмысленно. Позже выяснилось, что молодой человек был пьян. Об этом он сам рассказал сотрудникам полиции. Вы сегодня что-нибудь употребляли? Красавчик. Да. Что именно, если не секрет? Все? Да. Абсолютно все? Абсолютно все. Понятно. А зачем тогда за руль сели? Не знаю. Документов на авто у парня не оказалось, точно так же, как и страховки. Для дальнейших разбирательств его доставили в отдел полиции. За езду без прав мужчине сейчас грозит серьезный денежный штраф и административный арест на 15 суток.